Всем привет, дорогие друзья! С вами Сэм, Мистер Бро и Боди. Сегодня мы продолжаем играть в Самп на Advance RP. Ёпта. А почему то лифт не вызвался? Эй, ты! Потому что он занят, там какой-то педрило едет. Видишь, сейчас смотри, сейчас вот эти выйдут. Сейчас, короче, Сейчас мы их побьем, у них эти... Нет. Все ж, погнали. Так, поехали, что нам надо? Бля. Погнали, поехали. Сейчас. Я не знаю, я, короче, просто за... Воу-воу-воу-воу, я в текстуре застрял. Я вообще на лифте... Я тоже... А я еду, я просто... Ты вообще вверху летишь. Да меня... Да? Я? Ну, конечно... Да, ты просто у тебя... А тебя штырит. А меня нормально, все нормально у меня. Да? У меня вообще... Я вообще сверху лифта. Да, я тоже. А мы точно куда-нибудь едем? Да, мы туда едем. Мы сейчас приедем в GTA 3. Все, я зашел. Так, стоять. И я там, я в этой. Нет, все, я не ебу дал. Сейчас посмотрим. Твою мать! Твою мать, я в текстурах вы. Я тоже переместился. А вы где? Мы вообще в текстурах. Заработок был аннулирован. Сервер closed, the connection. Да. Бля. Так, тупо у меня все заблокировано. Да, у меня тоже. Обнаружено использование чит-программ. Заебцу. А что тут, типа, тут копать? Тут, типа, больше этого, что ли, да? Я вообще хотел посмотреть, может, здесь даже и не уголь, а какая-нибудь еще херня будет. Да, а там тоже не уголь. А, нет, там... Тут... Не, можешь тут побольше таскать можно будет, например. Ебать! Чё? 100 кг, зараз! Нихера себе. Вы что, вылетели? Вы отключили запись? Да. Нет. Я бегу, короче, вокруг этой гребаной шахты. Я, правда, не пойму, где я вообще сейчас буду. Сейчас я лифт вызвал уже. Меня вообще, короче, выкинуло и все. И заблокировал. Даже, ну, камера только осталась. А. Блин, не знаю, я сейчас... Там уже кто-то спускается. А я тут чувачком с ломиком бегаю. А у тебя же на паузе стоит? У меня нет. А, у тебя просто... А, ну все нормально. А мистер Бро, что там? А? Сука. Да сколько еще бежать-то, а, мать твою? Кто там сосанул микрофон-то опять? Я не знаю, никто не сосет у меня. Смачно, да, смачно, да, я слышал. Да, я слышал этот сос. Да. Твою мать, да я вообще не пойму, где я нахер. Ты чё, ты в лифте? Я сейчас приеду. В каком лифте меня выкинуло? Вообще, я, по-моему, даже это... Да хрен знает, где я. Ты где вообще? Такое чувство, как будто за пределами карты. Здесь везде камни. Я в раю нахер. Нет, а ты, наверное, ты что, в лифте спустился или что ты сделал? Да ничего, я спускался вместе с тобой, с мистером Бро, как только я короче, это, вылез и сразу меня выкинул. Так. Ну, я тоже выпрыгнул, все, меня, короче, за карты, за пределы карты. Да. Выкинуло. Гребаные лаги. Дерьмецо паршивое. Ух, блядь. Стой. Да вот там, короче, какой-то чиш машину пригнал. Вокзал шахта. У тебя же есть права, может ее спиздить? Да, я хочу ее спиздить, но ни хрена, она закрытая. Ух ты. О, это ты что? А, нет, это чувак, похоже на одного. Нет, ни хера. Ты уже переоделся, что ли? Я? Да. Нет, я там бегаю, копаю. А. Копатель онлайн. Ай, блядь, ёпта. А я вообще какую-то гору забираюсь. В натуре какой-то Олимп ебаный. Какой нахер Олимп? Сейчас там... Ты точно в самп играешь? Да. Я Кратос, у меня есть тесак, блядь. Так. Слушай, бы тебя тесак поимел бы. Окупай по педофилии. Так. Кто включил телевизор? Никто не включал. Никто не включал. А, это радио, это радио. Тут же радио звуки. Послушай радио на этом, на как его, на... 107.1 FM. Нихера себе. Вы где вообще? Вы мне объясните, вы где?
Я за пределами греб. Я тоже пытаюсь добраться. Радио X включи. Радио X. Да, радио X. А не, у меня выключено радио, я не собираюсь его. Лос-Сантос там. Фу, блин, а. В каком я дерьме? Чё я здесь забыл, а, мать твою? Ага. Что на шахте делать? Тупо собирать что-то? Ладно, ребятки, я думаю, поставлю на паузу, ёпта. Нахуя? Да потому что я, мать твою, застрял. Я сейчас просто спрыгну. И респам нахер! Так, все, я сдох. Знаете, кто сюда прибежал? А мне, что ли? Кто? Чувак, который выписывает всем лицензии за касание. Да? Мать твою, я сдох! Как? Может, ты это респам? Я суицид гребаный. Ой, я знаю, что буду делать? Сейчас я заработаю много денег. Покупаю килограммы. Ладно, ребятки, я пока поставлю на паузу. Да, я нахер. Тут есть птицы.